всем привет! Вы снова на моем канале. Сегодня мы едем на рыбалку. С утра я проспал, поэтому еду сейчас и еду по всем бухтам посмотреть, где есть рыба. Потому что с утра почитал новости какие-то не очень. В Дейре рыбы нет, в Зеленке рыбы нет, в Лесника рыбы нет. Короче, нигде ее нет, на Тавричанке более-менее ловят, но до Тавричанки как бы ехать нужно очень далеко. Не готов я сегодня к таким поездкам. Итак, друзья, в общем, заехал я в бухту Труда, посмотрел, лед есть, люди рыбачат, но рыбу не ловят, рыбы нету. Заехал в Зеленку, такая же херня, ничего нету. Заехал на школу, там вообще два коллеги сидят. Вот, в общем, что делаю дальше? Я сейчас забираю Егора, и мы едем дальше на разведку, посмотрим бухту Бабкина, потом заедем в Круглую, ну и, скорее всего, поедем в ДР, посмотрим, может быть, в ДР будет вечерка хотя бы. Я вон заехал, Егорку забрал. Короче, не доехали мы еще до Воеводы. Но я думаю, еще доедем, пока решили проверить бухту Бабкина. Льда уже нормально, рыбачков нету. Посмотрим сейчас, где что, короче, будет ловиться. Так, ну что, погнали. Уехали, постояли чуть-чуть, рядом еще мужичок был, никто ничего не поймал, ни одной даже ни поклевочки, ни царапочки, ни царапулечки, вообще ничего, короче. Вот, что, мы двигаемся дальше, у нас еще впереди Круглая, Воевода, посмотрим, что там, заедем в Круглую, глянем, а там поедем на Воеводу. Ну, в общем, что я могу сказать, приехали мы в Круглую, в Круглой. Рыбы нифига нету. Льда в Круглой уже много. Затянуло. Но вот это еще молодой лед. Как бы опасно выходить. Я на стареньком сижу. Егор там чуть подальше сел. Попробовать. Ну а я здесь. В общем, походу сегодня рыбы не будет. Даже не знаю, с чего и кино-то делать. Ладно, поедем еще посъездим в ДР, там еще поснимаем. Че, Егор, есть рыба? Нихера нет. Все грустно. Все грустно, печально. Во всех бухтах такая фигня. Куда-то рыба делась. По выходным дням у рыбы выходной. Итак, друзья, ну все, у нас уже вечер, рыбалка подходит к концу. В общем, рыбу мы, короче, сегодня нашли, можно сказать, нашли. Но самое что интересное, она ни хрена не ловилась. Вообще, от слова прям капец, короче. В лунку смотришь, она ходит, но не берет. Так что такие вот у нас, короче, закаты. Егорка сидит он. Давай, Егор, корюшку тащи.
Замерз. В общем, ну что, чубайсов мы наловили, короче. Чубайсов. Ну и вот на этом месте я поймал две корюшки. Ну и, собственно, и на этом, я так думаю, все. Будем собирать снасти. В общем, друзья, не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Кому не понравилось видео, ставьте дизлайки. Ну а мы собираемся домой. Всем до новых встреч. Пока.